Ребята, всем привет и доброго времени. Достал я из своего бака на газели бензонасос, а у него сломан уровень топлива в баке. То есть он как бы стоит, но ничего здесь в нем нет. Внутри, в поплавковой камере, ну как в корпусе насоса лежал вот так вот поплавок. Я его отсюда вот так вот вынул, вот он. Какой он тут потертый, затертый, растертый. Вот, ну, захотел купить новый, конечно же. Потому что, ну, что, ремонт делаю. Почему бы не поставить сюда уровень топлива в баке? Начал кататься по магазинам, искать данный уровень топлива в баке. Вот металлический корпус. Внутри стоит пластик, но пластик сюда не вщелкивается. Потому что поплавок... Отрубили свет. Потому что поплавок вделан в корпус бензобака. Ой, в корпус уровня топливного бака. Вот он. Видите, прям как сделан. Красиво. Вот. И искал я именно такой. Нигде в магазинах я его не смог найти. Вот такие вот бензонасосы в сборе стоят. А самого уровня датчика нету. Блин, говорят, давайте мы вам закажем. Да заказать я могу и сам вообще-то, ребята. У вас магазин. Нафиг мне ходить к вам под заказ заказывать. Это ж не иномарка. Тем более заказывать 1000, 1500 этот датчик. Ну, мне ж стало интересно. А вот, чё к чему. Я вот сам заказал датчик. 720, по-моему, рублей. Что-то такое у него. Так, стоимость какая? 781 рубль у этого датчика. Можно было и дешевле взять, там были и за 600, но мне нужно было, чтобы он пришел побыстрее. Поэтому я взял подороже. У кого сроки были поменьше. Вот он, видите? Такой же металлический. Все как положено, все красиво, все замечательно. То, что мне и надо. Причем здесь стоит сопротивление у него. Вот такой вот. Конденсатор. Кстати, меня это навеяло на мысль, что можно такой же конденсатор поставить и на Пассата таким же образом. Вот. И влепить туда какой-нибудь вазовский датчик. Но нужно подбирать. Данный каталог. Каталожный номер, вот он, видите? 505 11 39 300. Вот. Вот по этому каталожному номеру вы сможете его себе заказать, если у вас такая проблема. А этот я буду ремонтировать, я буду менять вот эти вот патрубки. Поставлю сюда новенькие. Также он у меня не достает до дна в баке. Надо мне будет пересверлить вот здесь вот дырочку в ней. Всего лишь на сантиметр, чтобы он ниже опустился, чтобы придавился пружинкой в дно бака и не прыгал. Вот такие вот дела, ребята. Ну что, как бы на этом отзыв о вот этой данной детали сделался. Если что, читайте описание, там будут ссылочки на маркет. Ну там одно-два предложения я туда скину, посмотрите. Если захотите, то... Покупайте, но обязательно перед тем, как заказывать, читайте описание, потому что там могут поменять, может что-то измениться. Всегда читайте описание. У меня под каждым видосом, где есть возможность, я кидаю ссылочки на запчасти, вот, которые я покупаю, ну, там, на маркете, еще где-нибудь в магазинах. Но в основном я на маркет кидаю, потому что он есть у всех, и доступ к нему есть уже, ну, практически у всех. Ну что, вот такой вот получился отзыв вот этой вот запчасти, потому что я ее не смог найти в магазинах, поэтому сделал это видео. Вот. А дальше у нас будет ремонт данного насоса. Ну что, на этом всем пока, всем добра, смотрите, читайте описание, конечные заставочки.